Итак, как поменять сальники суппортов, сальники поршней суппортов, не разбирая поршень на 123 Мерседесе. Сначала вот этот поршень один задвигаем полностью сюда. Этот, чтобы немножко торчал, что нам на верхнюю одеть часть. Смазываем все мылом, естественно, хорошенько. Далее вручную, как получится, сколько получится, натягиваем. Бывает вручную получается, но в основном нет. Все, сколько получилось. Теперь делаем вот такое приспособление. Ну, самое важное, вот это колечко. Здесь две планки по 2 сантиметра. И вот такая планка сверху. Сделана на глаз, хоть батя говорит, на глаз больно. Но ничего. Вставляем ее сюда. Таким макаром. Возможно, она сейчас не пойдет. Надо немножко задавить поршень. Сейчас я его задавлю струбцами. Хотя тот будет вылезать тогда. Сейчас попробуем. Чуть-чуть, может, зашел. Как раз достаточно. Вставляем ее вот так вот, да. Все. Теперь в это отверстие удлинитель вставил. И сейчас Юля идет в машину и нажимает на педаль тормоза. Все, и держим ровненько на сальничек этот. Стой. Нет, подожди, сейчас. Я, чтобы на камеру было видно, хочу сделать. О, вот так. Все. Нажимай. Еще. 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 Стоп. Стоп. И еще раз. Все. Все. Все, уходи. Телефон бери. Держи. Все. Сальник сел. Блин, с двух сторон. Вон, видно. Сними его вот там, вот эту щель. Вот там черненько, видишь. Он сел с двух сторон. Теперь только проблема вытащить это говно отсюда. Как-нибудь. Молоточком сейчас выберем. Эту хрень. Все. Теперь пальцами можно. Если там все работает нормально, конечно, это способ для тех случаев, когда. Способ для тех случаев, когда отремонтировали, а сальник порвался, блин, например. Или там все нормально, вот как в моем случае, у меня не так давно это все перебиралось. То есть мне не надо перебирать поршень, у меня нет никаких подтеков. Вот. Ну все, сейчас я его оттуда гаечку туда вставлю. Вот монтировочку туда. Щух. Здесь ущух, и вот так вот ущух его туда до максимума. Все. Теперь гаечку отсюда ущух, и вот эту фигню отсюда ущух. Давайте посмотрим. Один сидит полностью, второй сидит полностью. Такой крымский колхоз.